И с нами Хашин Лев. Лев, я тебя поздравляю с успешной игрой. Ты молодец. Скажи, как ты оцениваешь игру сегодняшнюю, свою и своей команды? Ну, наша команда хорошо играла. Ну, были моменты, но не забивали. Я тоже нормально играл там. Подтащил где-то, отбил. Тяжело ли тебе было играть против такой достаточно именитой команды? Да, тяжело. А соперника как оцениваешь? Соперник был хороший, много бросал, но хороший был. А кто у тебя кумир из профессиональных хоккеистов? Да никто. То есть у тебя нет кумиров, ты хочешь быть сам, вырасти и стать знаменитым, да? А, ну у меня есть Бобровский. Ты хочешь быть на него похожим? Да. Молодец. Спасибо, поздравляю тебя с успешной игрой. Смотрим дальше.